Кадеты Новочебоксарского лицея стали победителями всероссийского конкурса «Созвездие мужества». С лучшей дружиной юных пожарных страны познакомилась наша съемочная группа. Пожарная каска, куртка и полукомбинезон. Или просто боевка. Вот так на языке пожарных называется боевая форма. И надеть ее необходимо за 30 секунд. А уже дальше на улицу выполнять задания. Сегодня юные пожарные отрабатывают боевое развертывание рукава. Атака! Теперь по плану тушение пожара. Такие практические занятия проходят раз в неделю. Полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице, приемы оказания первой помощи. В дружине пожарных, которая называется «Ангелы в боевках», немало девочек. Вот и командир, девятиклассница Кристина Николаева. Меня не смущает нисколько то, что некоторые говорят, что это не женская работа. Мне это нравится, я люблю тушить пожар, я люблю пожарно-боевой развертывание, мне это нравится. Я хочу идти дальше и следовать своему пути. В будущем я хочу стать спасателем, поступить в МЧС. В кадетском лицее две пожарных дружины. Это «Ангелы в боевках» и «Академия огня». Впервые они появились 10 лет назад и за эти годы доказали свою эффективность на деле. Когда были пожары вот за Волго-Марийских лесах, тогда наши дружины, хоть они были и маленькие, 8 класса, вместе со взрослыми, они участвовали и в ликвидации маленьких очагов пожаров, и, соответственно, в охране. В дальнейшем, когда человек уже формируется в 16, 17, 18 лет, он на выходе, появляется человек, готовый практически ко всем экстремальным ситуациям. Человек становится полупрофессионалом, то есть он прошел первую ступень полупрофессионала. Эти ребята уже выбрали свой путь. Они уверены, быть спасателем – это не профессия, а призвание. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.